Итак, друзья мои, у нас еще есть некое время, и поэтому мы с вами займемся сейчас, пожалуй, самой важной темой. Темой, которая во многом покажет нам ту особенность христианства и его значение для человека, который так важно знать всем. Речь идет о теме, которую можно назвать как тема понимания спасения. По-моему, мы в прошлый раз с вами немножечко об этом говорили уже. Сейчас просто подведу кратенько итог, и мы с вами продолжим эту важнейшую тему. Суть спасения в иудеоязычестве, как вы помните, это в достижении максимальных благ здесь, в земной жизни, с освобождением от всех невзгод, которые проистекают в результате очень многих, так сказать, факторов. Вот в чем вся суть. Благо на земле. Вот таково иудеоязыческое понимание. Отсюда и само обращение к Богу носило характер, прямо выраженный в этом же направлении. И спрашивания были благ земных, прощение за грехи, и спрашивались только по той причине, чтобы не было наказания, которое, опять-таки, человек может получить в этой жизни. Вы, наверное, помните многие такие высказывания, например, из Второзакония, например, иудейского, или из самих книг, я бы сказал, языческого содержания, когда совершенно очевидно, к чему сводится весь смысл человеческой жизни. Спасение – это спасение от бед, от болезней, от страданий, от несчастий и тому подобное. Спасение, с другой стороны, это достижение максимальных благ в этой жизни. Помните, отец Александр Мень, да, покойно очень хорошо это сказал, что идея Царства Божия, или как в иудаизме нередко понятие Царства Божия, связывали с внешним торжеством Израиля и фантастическим благоденствием на земле. Вот, собственно, эта идея или идея шалома, вот такого благоденствия, она пронизывает всего нашего ветхого человека. Она, собственно, присутствует в каждом человеке. Услышите, это присутствует в каждом человеке. Христианство только пытается оторвать человека от этой временной, я бы сказал, ситуации жизненной и обратить его взор к тому, что, с чем он непременно встретится, и никуда не уйдем. Речь идет о вечной жизни. Пытается показать смысл этой временной жизни с тем, чтобы человек мог по существу уже осмыслить эту свою жизнь и направить свою деятельность должным образом. Так вот, чем отличается христианское учение о спасении? Оно, я вам скажу, в самой центральной идее заключается в следующем, в самой сути, которую потом мы попытаемся с вами как-то, ну, разложить несколько по полочкам и посмотреть, рассмотреть более детально. Существо христианского учения о спасении заключается в том, что, первое, человеческая природа в грехопадении претерпела онтологическое изменение или онтологическое повреждение. Я помню, как-то приводил давно пример, который, может быть, стоит вспомнить или напомнить. Представьте себе следующую ситуацию. Спускают водолаза, его соединяет шланг с кораблем, через который поступает, ну, воздух, кислород ему. А там вдруг он на дне видит великолепнейшие картины, допустим, в Красное море где-нибудь, кораллы изумительной красоты, конфигурации рыбок необычайных и так далее. А ему вдруг дергают: давай, поднимайся. Он начинает: нет. Ему дергают: давай. Начинает его поднимать. Он тогда берет и ножом обрезает шланг, который соединяет его с кораблем. Освободился он от зависимости, освободился от корабля. Теперь он свободен. Представляете, что с ним происходит, с человеком?
когда вместо кислорода ему начинает поступать водичка, соленая водичка. Вытащили его, бедного, но, говорят, с ним произошли необратимые процессы. Некие необратимые процессы. Да, он хотя и жив, но он уже непоправимо болен. Он инвалид. Жив, жив, и в то же время инвалид. Вот это примерный образ того, что произошло с человеком. Именно человек так взял и обрезал этот шланг, который соединял его, если хотите, с Богом. Ибо человек по природе своей, он не может существовать сам по себе. Он существует лишь постольку, поскольку причастен Богу. Так вот, грехопадение в том и состояло, что человек обрезал этот шланг, соединяющий провод его с Богом, который давал ему кислород жизни. В результате произошли необратимые процессы. Эти процессы мы с вами рассмотрим потом, в чем их суть. Да. Это то, что в богословии неудачно, но названо первородным грехом. Очень неудачно, потому что в святоотеческой литературе нет этого термина, а есть совсем другая терминология. Есть болезнь природы, повреждение природы, падение человека. Вот. Такие вещи. Суть ее, я надеюсь, вы знаете, великолепно выразил преподобный Максим Исповедник и назвал именно три вещи – смертность, тленность и страстность. Вот что вошло в природу человека. Понимаете, произошло онтологическое изменение природы. Вот это изменение, оно носит необратимый характер. Все люди рождаются с ним. И никто не может от этого избавиться. И даже если бы кто-то избавился, он бы не мог это передать другим. Христианство указывает на это, как первый такой важный, если хотите, пункт или элемент того, с чем, что стоит перед человеком, как непреодолимое препятствие. И говорит, что человек предназначен к вечной жизни, человек, а не душа его. Поэтому он должен иметь вечную жизнь, духовную и телесную. Спасение поэтому состоит в чем? В том, чтобы освободиться от этой смертности, тленности, страстности. Вот это корень понимания. Освободиться от этого, от этих трех вещей, от этого онтологического повреждения. Целый ряд других вещей, которые связаны с этим, о них мы с вами будем говорить, я сейчас не касаюсь, чтобы не распространяться, не уходить очень далеко. Да. О них мы будем говорить. Здесь я хочу показать особенность христианского учения. Видите, о чем оно говорит? О том, что мы не находим нигде в дохристианскую эпоху. Вот в чем спасение заключается. В исцелении человека, в исцелении его природы от этих вот, если хотите, трех радикальных повреждений. Хотя отцы, надо сказать, утверждая это, в то же время говорят и о наличии в человеке множества других вещей, которые вошли, если хотите, или повредили человеческую природу. Отцы говорят о тысячах даже разделений, происшедших в нем. Вот этим христианство отличается в своем учении о спасении от других совершенно идей, от других учений. Но, по-моему, я вам говорил, что уже и сейчас, уже на христианском Западе, а следовательно, это придет и к нам, я особенно обращаю ваше внимание, уже происходит все более сильное радикальное изменение понимания спасения. Оно уже все рассматривается в плане социально-экономическом, социально-политическом плане. Помните, я вам приводил эту знаменитую конференцию «Спасение сегодня»? 1973 года.
христианская, всемирная конференция, на которой говорилось только о спасении от земных невзгод. Только. Попытки православных сказать о спасении там от греха и связанных с этим явлений рассматривались как какие-то дикие пережитки прошлого и больше ничего. Люди забыли о том, что они смертны. Забыли. Совершенно. И как безумные все устремились вот сейчас, сейчас достичь всего, не понимая того, что чем больше сейчас достигнешь, тем больше придется потерять. Вы слышите? Со смертью все придется потерять. И чем больше человек имеет, тем больше, следовательно, он потеряет. И даже чисто в психологическом плане, только подумайте, страдает ли человек, когда потеряет рубль? Смешно говорить. Страдает ли человек, когда в рулетку проиграет все свое состояние? Все, все, что имеет. Идет и веревку на шею. Этого не понимают, какое-то безумие охватывает людей. Я говорю, так вот, даже, оказывается, и в христианстве, в историческом христианстве, идет этот процесс деградации, возвращения к тем совершенно безумным началам, в котором жило человечество до Христа, к чисто материалистическому восприятию спасения. Как христианство рассматривает этот вопрос – о спасении человека. О спасении человека. Вы знаете, здесь есть несколько моментов, или я бы сказал, несколько вопросов, выяснение которых совершенно необходимо для того, чтобы составить себе целую картину. Я бы сказал кратко. А для того, чтобы составить целую картину спасения, здесь есть несколько вопросов, которые нам требуется с вами рассмотреть, чтобы уже увидеть более это ясно и определенно. О природе человека. Несколько слов поговорим мы с вами об этом. Что произошло? Дальше очень важная тема – понятие греха. Что мы понимаем под грехом? И какие здесь есть очень интересные вещи? Затем, поскольку все спасение, учение христианское спасение связано со Христом и с Его жертвою, которая принесена им в Его человечестве, в Его человеческой же природе, в Его человеческой природе жертва совершена, Бог не может страдать. Поэтому возникает вопрос о человеческой природе Иисуса Христа. Только рассмотрев это, мы сможем говорить о самом главном. Если хотите, о сущности самой христианства. Это понимание жертвы Христовой. Вся сущность христианства сводится к пониманию жертвы Христовой. Вот это главнейшие вопросы. И затем, естественно, продолжение – это усвоение человеком этой жертвы Христовой. Что она дала человеку? Почему она была необходима? Зачем? И что она дала? Еще раз повторяю вам. Вот я думаю, в таком контексте мы с вами попытаемся говорить об этом. Хорошо. В отношении, думаю, природы человека, может быть, многое нам не стоит говорить. Это более-менее вам ясно, но я сейчас скажу основные положения. Это... Напомню вам, вы это проходили достаточно по догматическому богословию, а у нас с вами это основное, да, и поэтому я только напомню вам. Первозданная природа человека находилась в том состоянии до грехопадения, когда оно не знало смерти. То есть, пока оно было в этом состоянии, оно... Она, эта природа, не могла умереть. Человек не мог умереть. Тело человеческое не могло умереть. Оно было духовным. Я обращаю внимание ваше именно на это, что оно было духовным. Тело, физическое тело, не какое-нибудь. Оно было духовным. Каким? По образу воскресшего Христа.
У Ефрема Сирина есть замечательные просто высказывания, которые уже не место приводить, когда он говорил, что оно само питалось, как он говорит, волнами благодати. Эти волны благодати служили пищей и питьем, и одеждой человека. Тело человека и душа человека были бесстрастны. В каком смысле? Бесстрастны. Они не были подвержены никаким страданиям. Нельзя было причинить страдания им. Если сейчас легко можно причинить страдания и нашему телу, и нашей душе, то там нет. Душа была бесстрастна, и тело было бесстрастно. Нельзя было причинить страдания. Друзья мои, я на это слово обращаю ваше внимание, поскольку нам придется потом постоянно употреблять. Есть два смысла слова. Страсть и бесстрастие. Два смысла. Пожалуйста, не смешивайте их между собой. Русских слов таких много, когда слово одно, а понятие много. Коса. О чем я сказал? Вот и не узнаете. А их целых три. Слово одно, а значение целых три. Песчаная коса, которая косит траву, которая у девушки там коса и так далее. Так и здесь тоже. Слово «страсть» имеет два смысла. Один смысл – это возможность страдать, это страдание, возможность претерпевать страдания. Вот. Так вот, душа была бесстрастна, и тело в том смысле, что они не могли страдать, они были духовны, и тело было духовным. Как воздуху мы не можем нанести удар, сколько бы мы ни рубили его мечом или чем угодно, и не кидали с него камнями, воздух страдать не будет. Точно так же бесстрастным было человеческое тело и человеческая душа. В ней не было ни гнева, ни зависти, ни раздражения. Другое слово «страсть» вам понятно. Это то, что связано с грехом. Связано с грехом. Мы говорим «страстный человек», вот, «охвачен страстью там, гнева», например, и так далее. Мы говорим о греховных страстях. Это другой смысл. Это очень важно понимать. Так вот, до грехопадения человек по душе и по телу был бесстрастен, бессмертен, нетленен. Нетленен? То есть у него не было процесса какого-то старения. Старения. Не было этого процесса. Вот основные положения. Кстати, для вас будет, думаю, не безразличным все-таки знать, поскольку эти вопросы могут вам задать. Я помню, в одном институте где-то этот вопрос задали. Да. А как же до появления человека мы же находим сколько угодно хищных животных? Вон, возьмите какой-нибудь саблезубый тигр гигантский с такими клыками. Для чего же они у него, правда же? Значит, была смерть до грехопадения человека, да? Значит, было страдание до грехопадения человека. А вы говорите, что все это вошло в мир только с грехопадением человека. Вот вопрос, который, правда же, ставится. Ведь апостол Павел прямо пишет, помните, что тварь-то страдает не сама по себе, а по воле покорившего ее человека же. Вот на этот вопрос, я думаю, что мы бы могли бы ответить таким образом. Не забудьте, что весь видимый этот тварный мир, материальный весь мир, в том числе и живая природа, и весь совокупный животный и растительный мир, является ничем иным, как продолжением тело человека. Это есть тело человека. Это сейчас мы рассматриваем как что-то отделенное, как объект. И то невольно нас тянет погладить котеночка там, овечку. И то у нас некая симпатия проявляется к определенным видам животных, и любовь даже к ним, но и для того, что иногда страдают. Приезжают в Германию, там одна знакомая: «Ой, у меня кошка умерла, я не могу, что мне делать, что мне подскажете?» Я говорю: «Ну что подскажете? Закажите сорокоуст». После этого, кажется, она немножко утешилась.
ей стало полегче. Да. Вот так, видите, это естественно, мы ощущаем нечто свое, близкое. Это плоть наша. И как таковая она, да, имела тот же характер. Вы слышите? Тот же характер, ту же духовную природу, поскольку это было тело, это наше, это продолжение нашего тела, этот животный мир. Это не значит, что он был просто нашим телом, это продолжение нашего тела, это наша плоть. В духовном плане это не представляет никакой проблемы. Сейчас для нас сказать, это наша плоть, ну как же такое, раз я не вижу, это змея, а это я. Какая же это моя плоть? Сейчас произошло вот это разделение. На самом деле это все тоже наша плоть. И поэтому все вот эти хищники и так далее, то, что мы наблюдаем в мире, и которые были до грехопадения человека, надо полагать, что они не нуждались вот в том образе жизни, хищническом образе жизни, поедание, пожирание друг друга и борьбы со существованием, которые мы наблюдаем, ну, в современном мире. Очень возможно, что это именно вот так. Вот так. Ну, это просто между прочим. Итак, вот какова природа человека до грехопадения. С грехопадением, вы знаете, что произошло, вот это онтологическое изменение, в результате которого мы стали смертными, мы стали тленными, то есть наша природа стала страстная. В каком смысле? В неукоризненном, не в греховном смысле. Обращаю ваше внимание на это. Повреждение природы в первом человеке привело к этим трем категориям. Ну, о них хорошо пишет Максим Исповедник. Ну вот, как он пишет. Кстати, это нам пригодится и для вопроса о человеческой природе Иисуса Христа. «Господь же, взяв на себя это осуждение за мой добровольный грех, за мой, в смысле, Адамов, я имею в виду, взяв страстность, тленность и смертность человеческого естества». Очень точно это выразил. Вот что он взял на себя. Взяв страстность, тленность и смертность человеческого естества. Так вот, все о страстности какой, говорю, в первом смысле. То есть речь идет не о грехах, а о той подверженности страданиям, которую теперь мы наблюдаем с нашим телом и с нашей душой. Вот, оказывается, что произошло с человеческой природой. Ну, а в отношении некоторых деталей мы с вами сейчас поговорим более подробно. Это как раз вот этот важный вопрос о грехе. В богословии принято говорить о трех типах, что ли, греха. На самом деле это не совсем точно. Надо бы сказать о трех смыслах понятия слова грех. Трех смыслах понятия слова грех. Один смысл понятия самого слова грех, который связан с повреждением, происшедшим в результате грехопадения прародителей. Один смысл. Повреждение. Я обращаю ваше внимание, что произошло. С одной стороны, был личный грех прародителей. Это грех. Второе, произошло повреждение природы. Вот возьмем сейчас и разобьем что-нибудь, вот какую-нибудь камеру разбить. Правда? Очень хорошее дело такое, правда же? Очень хорошее. Так, это совсем же разные вещи.
Камера есть, но пострадала она, и все, разбилась, и больше ничего. Одно дело личный грех, кто сделал, другое дело повреждение. Так вот, я обращаю ваше внимание, первое понятие греха связано с чем? Вот это повреждение природы человеческой в результате личного греха прародителей. Какое это повреждение? Повторяю, смертность, тленность, страстность. Это очень хорошо Максим Исповедник выразил, и я думаю, что здесь не требуется уже комментарий, тем более, что вы понимаете, что такое страстность. То есть наша природа стала уязвимой, и не только наша природа, природа всей твари стала уязвима. Можно убить любое животное, любую птицу, срубить любое дерево. Все стало уязвимым, все стало страстным, уязвимым. Вот что стало. Так вот, эта поврежденность природы, которая возникла в человеке, вот Макарий Египетский назвал наследственной порчей, Василий Великий назвал первородным повреждением. У нас неудачно перевели блаженного Августина выражение «peccatum originale», что, надо бы сказать, грех происхождения. Peccatum originale, и назвали первородным грехом. Так? Вот у нас этот западный термин, peccatum originale, был переведен как первородный грех и вошел в богословскую литературу. Вошел очень просто, друзья мои. Вы помните же немножко историю самой древней школы на Руси, славяно-греко-латинской академии. Первых учеников 5 человек. Да. Да, 2 учителя, братья Лихуды. И так скоро их убрали, причем. Очень скоро, буквально. Через 5-7, что ли. Потом Петр I приказал завесть учение латинские. Приказ. Все. Завели учение латинские. Да, это был приказ. Даже греческий язык убрали. Латынь и латинское богословие вошло полным масштабом к нам. И поэтому множество идей, которые там присутствуют, я бы сказал, много просто элементов учения, оно вошло просто естественно, просто даже не критически подчас, или с малой очень критикой, отбросили самое уж такое вопиющее. И поэтому не удивляйтесь, что в наше богословие вошел и этот термин – первородный грех. Вот причем вошел в каком смысле? Первоначально и под ним подразумевалось то, что подразумевалось и в западном богословии. А там очень интересное. Там под первородным грехом разумели личный грех Адамов, вина за которого распространяется на весь род человеческий. Вина, виновность. Понимаете, какая вещь? Почему виновность? Не спрашивайте. Почему виновны? Если вы скажете, что виновен или невиновен праправнук за то, что его прапрадед там украл у кого-то что-то, все скажут, ну, конечно, невиновен. А вот то, что Адам согрешил, виновен. Одним словом, виновность вот это. В нашем богословии потом начали, немножко переосмыслили это. И даже есть вот такая возможность разделения. Личный грех Адама и Евы назвать прародительским грехом. Грех прародителей, прародительским грехом. А вот ту порчу природы, которая возникла вследствие прародительского греха, назвать первородным грехом. Ну, язык нам дан для того, чтобы все-таки разделять понятия, а не смешивать же их, чтобы не было путаницы. Вот можно так, но я вам говорю, что сплошь и рядом вы найдете в нашей богословской литературе смешение, когда первородным грехом называется и личный грех Адама, и та поврежденность, которая проистекла из него. Но для, еще раз вам говорю, для большего, лучшего, более ясного понимания нужно бы разделить это, просто бы разделить, и нам бы стало это более понятно. Личный грех прародительский. Повреждение
пожалуйста, первородный. Хотя не знаю, нравится вам или нет, это первородный. Вот видите, вот Макарий Великий называл это видите, иначе, наследственной порчей. Василий Великий – первородным повреждением. Может быть, и было бы хорошо бы это назвать бы первородным повреждением, а не первородным грехом. Что такое это, вот эта порча? Или, ну, родовой грех? Это унаследование человеком черт рода. Унаследованием чего? Греховных страстей. Тех греховных страстей, которые возникли у предков в силу совершенных им грехов. Особенно тяжелых грехов. Конкретных грехов. Некоторые вещи мы наблюдать можем очень легко. Например, врожденный алкоголизм. Можем очень легко наблюдать. Это действительно очень большая опасность. Но точно так же, точно оказывается так же, могут передаваться не телесные, а духовные болезни. Врожденная завистливость, врожденная, если хотите, гневливость, врожденное воровство, врожденная, если хотите, злоба буквально, страсть, если хотите, чуть ли не к убийству самому и так далее. Недаром в христианской литературе и осталось даже библейское выражение «род Каинов» или «род Каинитов». Кстати, сразу хочу сказать, что вот эта наследственность имеет очень большое значение, и не только отрицательная наследственность, но и положительная наследственность. Вы обращали внимание, что многие жития начинаются, жития святых, с того, что указывается на благочестивых родителей. Их благочестивых родителей. То есть, может быть, и наследственная склонность точно так же к добру, к милосердию, к великодушию, если хотите, к смирению и так далее. И это может быть. Одним словом, вот это вот наследственные свойства души, так же, как и телесные свойства, они способны передаваться. Я как-то в Германии, помню, зашел в музей, и там портреты династии Габсбургов. Вы знаете, действительно, у всех одного за другим, я не знаю, не помню уж сколько там, портреты, вот такая губища нижняя, огромнейшая, толстая. Да, наследственная черта. И, пожалуйста, тело мы видим, мы настолько, знаете, умные, тело видим, душу, черты, вот если хотите, наследственные черты духовного порядка, мы не видим. А знаете, как раньше в деревнях обращали на это внимание? Ой-ой-ой, о, из того рода не берите девушку, за того не выходите замуж, там нет, там семья неблагополучная, там у них дед повесился, а там прадед вором был, или еще что-нибудь такое. Вы знаете, как наблюдали? Опыт. Они не знали вот этого богословия, о котором мы с вами говорим. Ничего они этого не знали. Опыт показал им, что, оказывается, вот эти черты, особенно преступности, очень сильно влияют на потомков. Вопрос. Виноват ли этот потомок, что он уже рождается вот с какой-нибудь этой страстью? Ответ – нет, конечно. Помните, когда ученики спросили, равви, кто согрешил? Он или родители его, что родился слепым? Христос прямо отверг – ни он, ни родители. Видите, интересный вопрос – он или родители? Ни он, ни родители. Да, в данном случае он сказал. Но сама постановка вопроса, обратили внимание, то есть никто не сомневался, опыт, еще раз повторяю вам, свидетельствует о том, что как много значит, из какого рода человек. Очень много значит. Кстати, вот для молодежи это особенно важно. Нельзя просто так, ах, нос красивый увидел и тут же выскочил. Посмотрите. Из какого рода?
Говорю вам еще раз, в деревнях, ой, как в этом разбирались. И там было вот это здоровое. Рос здоровый все-таки народ, здоровая нация жила. Разбирались люди, не безумно, не безрассудно относились к этому, а серьезно, рассудительно. Так вот, видите, что такое родовой грех? Родовой грех – это те наследственные болезни духовного порядка, да, с которыми рождается человек в силу наследования от своих предков. Кстати, можно понимать библейские слова, что Бог за грех, помните, наказывает до третьего, четвертого рода, помните вы это, так? Можно понимать эти слова как то, что особенно сильно сказываются вот эти наследственные черты преступности или страстей в трех-четырех поколениях. Значит, сын, внук, правнук. Может быть, праправнук, не знаю. В трех-четырех, вот так. Особенно сильно сказывается. Вот эти черты, эти болезни наследственные. За них человек, рождающийся, невиновен. Я видел одного мальчишку в деревне, маленький еще совсем, ну, жадный невероятно. Все мальчишки, кроме над ним, просто, ну, хохотали. Просто было очень смешно. Значит, он был жадный, он ничего не понимает. Но жадный действительно поразительно. Я вот так подумал, вот пример, наглядный пример. Просто наглядный пример. Но учтите, друзья мои, это вот наглядный пример, просто ярко выраженный у него черта оказалась. Страшно жадный, ужасно. Так? Но учтите, все люди рождаются с изъянами, болезнями, полученными от своих отцов и праотцев. И так из поколения в поколение. Вы слышите? Адам, когда согрешил лично, он уже дал начало и первородной порче, природа изменилась, и дал начало родовой порче, родовому греху. Он источником стал всех трех, и личного греха, и родового, и первородного. Уже стал. И посмотрите, как дальше. Уже сразу два сына, и один оказался праведным, другой Каин, убийцей. И от него пошел. Посмотрите, это же интересно. Род каинитов. Печать, которая была положена на нем, она пошла и дальше. Вопрос в другом. Возможно ли эту родовую болезнь исцелить? Возможно ли ее исцеление? В отношении этого христианская мысль говорит совершенно однозначно. Если от смертности, тленности и страстности исцеление быть не может, никто не может с этим справиться, то от родовых болезней можно. Можно. Правильная христианская жизнь, сопряженная, если хотите, с подвигом, может полностью освободить человека от этого. По крайней мере, в очень сильной степени. И если даже он не полностью освободится, то уже его дети, уже дети, будут без печати этого греха. Очень много значит вот это наследование в детях. Те родители, которые борются со своими этими наследственными страстями, так, они уже, эти родители, служат залогом того, что их дети могут рождаться гораздо более чистыми. Кстати, вот это, я вам скажу, наше с вами рассуждение о родовом грехе имеет колоссальное значение для всех, кто вступает в брак и кто имеет, и которые будут иметь детей. Колоссальное значение. Вот люди мирские совершенно этого не понимают и не знают. Хотят иметь ангелочков, а у них рождаются бесочки. Почему? Абсолютно не понимают. Думают, что мы-то ладно какие, а детей своих сделаем ангелами. Совершенно не понимают, что если ты пьешь, то ребенок у тебя будет
Колоссальная вероятность, что будет тоже алкоголиком. Если ты, жулик, мошенник и так далее, то и дети у тебя будут такие же. Мы же должны понять, что первичной реальностью, а не фантазией, является дух. Чем мы отличаемся от материалистов? Надо же помнить это, друзья мои, что первичной реальностью, то есть самой главной реальностью, является духовное наше состояние. Бог есть дух. Вот где первичная реальность. Материальная же сторона, это вторичная сторона. Она совершенно подчиненная. Если какие-то пассивные уже сторона, это та глина, из которой мы лепим. Вот оно, что является реальностью. Духовное состояние. Как важно нам это знать и, друзья мои, по долгу христианской любви объяснять другим. Что такое родовой грех? Что такое родовая порча? Вот. Это в высшей степени важно. В Священном Писании об этом достаточно много говорится. Да. Вот апостол Павел, например, помните, жалуется: «Ибо не понимаю, что делаю, что хочу доброе, не делаю, что ненавижу злое, то творю». На что он жалуется? На что он жалуется? На первородный? Нет. Нет, на родовой. Еще бы. Кто был свидетелем при убийстве Стефана? У ног кого складывали одежды свои, побивающие камнями? Этого первомученика. У ног Савла. Он одобрял убийство человека, которого на лицо посмотрели, и это было лицо ангела. В Деяниях апостолов написано, представляете? Он потом влачил мужчин и женщин и предавал их терзаниям. Что вы думаете? Неизвестно, кто у него и родители были какие. Не случайно потом, он пишет: «Не то доброе, что хочу, делаю, а то злое, что ненавижу». Не случайно он пишет: «Трикраты молил я Бога, чтобы отнял от меня ангела сатанина», как он называет это. Было? Чувствовал? Вот оно, родовые наследственные эти болезни. С какой силой могут действовать на человека? На него, исполненного даже Духа Святого. Так? Дух Святой действовал в нем. В чем? В отношении проповеди, в отношении чудес. Сила, если хотите, слова. А природа-то его оставалась с ним. С ним оставалось то, что было. Он познавал свою немощь, она давала ему, эта природа, возможность смиряться. Кстати, обращаю ваше внимание, друзья мои, неважно, кем вы будете, священниками, преподавателями, учтите, не спасемся мы, будучи учителями, профессорами, кем угодно, тем, что даже будем говорить слово истины, допустим, верное слово людям, спасительное слово. Потому что беда, если говорят другим, мы сами с собой ничего делать не будем. Мы тогда уподобимся просто трубе, знаете, в которой вот трубят. Труба-то хорошо, может быть, трубит, а сам – ничто. Вот апостол Павел на себе это познал. С одной стороны, исполненный духа и силы, с другой стороны, ангел-сатанин пакости ему деял. Так вот, все эти слова, которые мы видим, апостол Павел замечательно, он ясно, открыто говорил о себе, не стесняясь. Да, о чем свидетельствует нам? Что мы рождаемся и с наследственными духовными болезнями. Эти духовные болезни являются следствием грехов наших отцов и праотцев, этих родов. Это родовая наследственность, которая передается, увы, всем нам. Все мы рождаемся с этими болезнями. А если учесть, что история, наша с вами история предков, ого-го, куда уходит, в какую даль, то мы должны понять, что у нас с вами целый букет, полнота страстей, полнота. Весь мешочек наш забит, как футбольный мяч, накачанный хорошо. Единственный человек, кто родился полностью без родового греха. Единственный.
и тот родился от Духа Святого и Пречистой Девы Марии. В нем только не было никаких этих духовных болезней. Его только природа была абсолютно чиста, единственной. Абсолютно чиста. Да, она была смертной, тленной, неукоризненно страстной, но абсолютно чиста. Не было в ней этих родовых, вот этих наследственных болезней. Во Христе единственной в истории. Во всех в той или иной степени это было. В той или иной степени. И это во многом зависит от кого? От родителей. От родителей в первую очередь. И от родителей родителей. Вот эти вот три, я говорю, четыре поколения. Почему видим Пречистая Дева Мария? Наверное, ее родители были особенно, наверное, святы. Особенно святы. И их родители то же самое. Почему, говорим, она оказалась пречистой в этом плане? В том, что в ней, по-видимому, вот минимальное, если что было, ничтожное, если что было. Почему говорим Пречистая Дева Мария? Зато у нее родовых, наследственных, вот этих положительные качества, они явились воочию. И главное, что явилось в ней – смирение. Яков презрен на смирение рабы своя. Подумайте, что она выделила из всего, что можно было бы назвать. Уж я не знаю, чего можно было бы назвать. Она назвала Яков презрен на смирение рабы своя. Вот это величайшее добродетель, величайшее, если хотите, качество, которое уничтожает при осознанном восприятии, я бы сказал, осознанном делании в этом направлении, уничтожает все вот эти родовые, если хотите, болезни, родовые корни страстей. Вот чем были у нее уничтожены. Вот так, друзья мои, видите, я как много говорю об этом, потому что это, надеюсь, вы понимаете, насколько это серьезнейшая просто вещь. И, к сожалению, ну, не знаю, как у вас, но когда я учился, нам, к сожалению, не говорили об этом. О такой важнейшей вещи. Хотя вся история человечества пронизана этим изложением, вот этим, без названия только, родовым грехом. Вся Библия наполнена этим. Но, к сожалению, вот не было этого понятия. А видите, насколько оно важно. И последнее значение того слова, которое мы употребляем как грех. И это уже действительно в полном смысле слово грех. Это личный. Это личный грех. Здесь уже, так сказать, ну и говорить не о чем. Здесь, по-видимому, само собой понятно. Лично грехом называется что? Это акт нашей свободы, акт нашей воли. Вот. Акт, личностный акт. Вот здесь мы, да, совершаем грех или совершаем добро. Добро и зло обусловлено, оказывается, нашим личностным произволением. Вот где грех. Здесь мы совершаем, да. И здесь мы можем наносить сами себе уже рану. И здесь мы ответственны за то, что мы наносим себе рану этими грехами. Единственное значение, где грех действительно является грехом – личный. Почему я, друзья мои, так много вот подчеркиваю, много раз это подчеркиваю? Потому что вот с этими понятиями и смешение этих понятий, вот это родовой грех, первородный грех, происходит такая путаница, что просто за голову приходится хвататься. Христос грехом родился или нет? Да, он был смертным, тленным, страстным. Ах, так он с первородным грехом родился? Кощунство. Почему? Грех. Разве может во Христе грех? Не может же быть? Не может. Понимаете? Смешение понятий приводит к абсурдам. Но мы еще об этом с вами еще поговорим. Так вот, личным грехом, оказывается, является только личный грех, является действительно личным грехом. И я еще раз вам хочу подчеркнуть, что
Поврежденность как первородная, так и родовая – это не рок, так, который уже определяет вечную судьбу человека. Ничего подобного. Это не рок, заставляющий непреодолимо человека грешить. Свобода человека остается. Остается эта свобода. Остается свобода отношения человека к этим своим наследственным свойствам. Христианство дает возможность правильного отношения человека к своим родовым болезненным чертам. Я могу видеть, что я, что-то у меня гневливость. Я могу видеть. И я знаю, что это грех. Я могу с этим бороться. Вы слышите? Я могу с этим бороться. Я могу в этом каяться. Я могу понуждать себя. И это будет, вы слышите? И это будет той реальной, духовной жизнью, которая требуется от человека. Повторяем, нельзя думать, и не вздумайте мыслить, что будто бы рожденные с такими сильными родовыми, наследственными изъянами, хуже, чем рожденные с чертами, наследственными чертами добрыми. Слышите? Нет, оба находятся в совершенно равном положении перед лицом Бога и спасения. Слышите? Равном. Антихрист, слышите, кого называют? Будет иметь точно те же возможности, ни на йоту ничуть не меньшие, чем сама Богоматерь. Каким бы Бог был любовью, какой же он был бы правдой, если бы это было не так? Вы слышите? Антихрист, который впитает в себя всю мразь, если хотите, всю наследственность, родовую черную наследственность, он, тем не менее, будет иметь свободу отношения к этой мрази, к этой грязи, которую видит. Но, увы, этой своей свободой он злоупотребит. Только потому он станет антихристом, а не потому, что он родился с такими-то чертами наследственными, болезненными, и поэтому он хуже. Нет, нет. Каждая человеческая личность остается свободной перед лицом любой наследственности. Более того, я вам скажу, явные изъяны, явные болезни в каком-то смысле они даже лучше в плане спасения, чем неявные. Когда я вижу, что я не могу без зависти, вот, малейшее кому-то что-то лучше, чем мне, я весь завидую. Я вижу это. Знаете, я вижу это. Я вижу, меня не задень, я тут же вспыхиваю, как ежик, всеми своими иглами. Я это вижу. Тут никуда не денешься, я просто вижу. У меня есть возможность благодаря этому покаяния, оценки себя, если хотите, смирения, молитвы, обращения к Богу. Хуже гораздо, гораздо труднее. Когда, в общем-то, я, ну, все более-менее нормально. У меня все более-менее нормально. Вот тут большая опасность подумать о себе хорошо. Слишком хорошо. Вот это уже будет беда. Вот эти, вы обратите внимание, и, наверное, вы обращали же внимание, на совершенно вот удивительнейший факт, что Христос в Евангелии нигде не осуждает явных беззаконников. Напротив, осуждает совершенно очевидных праведников –